простая инструкция в виде скринкаста, как можно запись непосредственно с веб-камеры разместить в сообществе Google+. Сейчас я добавляю запись в наше сообщество «Учимся с Google». Выбираем веб-камеру, микрофон. Подкладываем под веб-камеру, размещенную над столом, белый лист бумаги. И начинаем на нем писать. Получается такая рукопись или заметка, в которой есть и видео, и звук. И появилась сегодня даже мысль сделать такую ленту или такое сообщество, в котором складывать свои записки. Сообщество полуоткрытое, полузакрытое, не знаю какое, которое можно будет потом использовать на консультациях перед экзаменами, посылая к тем или иным записям.